вами снова Женек, и после моей смерти, по моей же вине, я все же решил еще разочек быстро пробежаться, и тем более я немного отошел, вроде стало полегче, и думаю, на этот раз будет не столь страшно, поэтому надо заканчивать уже эту главу, так как вечно бегать по ней не собираюсь. И в комментариях мне написал подписчик то, что ведьму вот эту, которая за нами бегает, отпугивает дальний свет фонаря. Я думаю, вот так вот примерно. Теперь понятно, для чего он нам нужен, в принципе. Кстати, мы появились сейчас в другом месте, нежели в предыдущей серии. Так, ладно, давайте поскорее с этим закончим, не знаю. Все равно стрёмно туда идти. Как бы то ни было. Вот эти звуки тоже, знаете, напрягают. И вообще, мне вот эта местность, вот эти горы, покрытые густыми лесами, очень напоминает фильм «Поворот не туда». Самую первую часть. Я еще считаю самой охуенной частью из всех. Ладно, ничего тут нет. А, жуть-то какая. Лазить по этой станции вообще не понимаю, куда попала. До сих пор, точнее, не понимаю, куда попала наша героиня. Как она здесь оказалась, и вообще рассвет ли это, или уже вечер другого дня, тоже остается для меня загадкой. Так. Окей. Ладно. Шахта, видимо, продается. Да кто ее, блядь, купит у вас? Вы что, совсем одурели? Так, а давайте-ка пока... Вот после запуска вот этого генератора, да, двери открываются. Сейчас ни одна дверь не открыта. Так, ладно, ну вроде первый... Вроде после первого генератора... Да, мы видим с вами... Начинает все открываться. А, все. Понятненько. Блин, жуть-то какая. Второй раз играешь, а все равно жутко. Второй генератор мы запускаем. Что-то еще мы приоткрыли. Пиздец. Уже бежит, 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 блядь. Бежит. Сразу ее. Генератор нету. Тут тоже нету. Бежит. Так. На. Да, действительно. Смотри. Валим. Уебываем. Можно дать передохнуть нашей героине. Давай-ка. Какая нагнетающая музыка. Паника. Паника, паника. Я не слышу, справа она или, блядь, слева оббегает. Слева, по-моему. Или справа.
Так, ладно. Так, ее вроде, по-моему, вообще нет. Давай назад чеманем. Пройдем сначала все же по первому этажу. Где она бежит? Тихо. На! Волим, уебываем! Тварь такая. Да, так будет нам немного полегче. Все же. Не знаю, постоянно ее можно так ослеплять. Али нет. Бежит. Бля, она сзади, что ли? У меня опять начала. Третий запустили. Бежим. Блядь, да не сюда ж бежим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, сейчас Лендер еще будет. Мать его за ногу. Блядь, как же стрёмно. Так, тут чего, тут ничего. Там тоже ничего, бежим. Блять, ну чё ж так громко-то? Где ты? Тебя слышу. И чё, подожди. Стоп, не беги сюда, нет, она... А ей похуй, ей стало похуй. Вываливаем. Подожди, а разве тут не было еще одного генератора? Ебать! Она бегает, что ли? Сейчас уже Слендер начнет шалить с нами. Я не знаю вообще, он уже давно, на самом деле, должен был появиться. Но пока его нету, и хер бы с ним. Господи. Уже просто сдают нервы. Долбанная, блядь, игра. Вот она поверху сейчас бежит или снизу, блядь? По-моему, поверху, да? Или снизу? Снизу. Бежим. Так. А у меня теперь вопрос, где еще, мать его, еще один генератор остался, блядь, где его найти? Где мы еще не были? Так, я понимаю, нам на этом лифте уезжать. Так как он на панели 5 зеленых огонечков. Так, здесь мы, по-моему, были уже. Господи, блядь, найди же ты генератор тухлый. Она не ослепляется, блядь. Так, а это используемый генератор? Мы использовали его?
Нет, 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 давай, давай, давай. Блять, заряжай. Все, валим. 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 Нет. Ебать. И что мне делать, блядь? А-а-а. Не, ну и чё, ёптай? Уёбываем быстрее, блядь, быстрее! Включай кнопку, включай! Нет, нет! 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 О, блядь! Господи, только не слендер. Так, 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 так. Тихо, надо. Это вниз можно назад, так и да, хуй. Нет. Так, окей.